Сегодня 22 апреля. Планирую распикировать лобелию. Здесь у меня посажены рядами. Синяя, белая, белая, красная. Ну и была еще и осколка. Немножко тут сбоку посеяна. Ну теперь не знаю. Вряд ли я ее найду. Ну и планирую распикировать такие мешки для рассады. 600 миллилитров объем. Такой мешочек так выглядит с дырочками со всех сторон. Ну, в прошлом году я тоже такие высаживала лобелию, но не полный мешок, чуть-чуть не полный, на 2/3 заполняла грунтом, и они как раз дожили у меня до высадки в открытый грунт. А в открытый грунт мы будем высаживать где-то в первых числах июня. Но как бы обычно нормально, хорошо развивается в этом мешочке рассада. Единственное неудобство, что надо ставить в контейнер. И они такие как бы все равно мягкие. Нужно, чтобы они что-то в чем-то находились. А так хорошо развивается в них растение. И высаживать тоже очень удобно.